Ну а если хочешь получить халяву на сайте MyCSGO, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 40% к своему депозиту. Здорово, бродяги, стребер на связи, это сайт MyCSGO, на моем балансе 5555 рублей и 55 копеек. Ребята, цель сегодняшнего ролика — открыть самый дорогой кейс на сайте MyCSGO. 31 350 рублей. Это чисто ножевой кейс, где собраны самые дешевые и самые дорогие ножи. Поэтому приятного просмотра, пристегивайтесь, мы будем начинать. Так, 555 рублей есть, я предлагаю сразу на половину нашего баланса открыть сразу кейс. Потратили 1900, полторушку поставили, окей, минус 500 рублей. Так, слушай, давай, знаешь, что мы попробуем? Мы, наверное, в первую очередь пройдемся по дешевым каким-то кейсикам. Дешевый кейс — это примерно вот что-то типа, давай вот этот попробуем по 10 раз, слушай, до двушки попробуем его покрутить, по сути, 3 раза нам хватит. Если хотя бы самый стрёмненький нож выпадет, это будет уже плюс 8 косарей, это почти x2 будет от нашего балика, который мы сегодня задепали. Депл я баланс с промокодом на 40%, про который я вам говорил в самом начале ролика, поэтому, ну, это изичная халява, на самом деле, которая может быть в целом в интернете. То есть я задепал сюда не 5555 рублей, а намного меньше, потому что промик 40%. Нож, пожалуйста, 9 рублей поставили плюс, 12 рублей на балике, плюс 7 рублей, отлично, отлично. Такой расклад мне нравится. В целом, MyCSGO должен выдавать, потому что сегодня ночью, сейчас утро, у нас 8 утра, а я где-то в 2 часа ночи заходил сюда, закидывал 10-ку и ее слил 2 пары перчаток. Ребята, это объяснимо. 12 кусков, 24 он мне поставил, 24 куска. Слушай, видео идет у нас 2 минуты 24 секунды, и я не хочу настолько быстро его заканчивать, конечно, но это здорово, что MyCSGO сегодня насыпает, и как бы цель моя будет выполнена точно. Но это все как-то слишком быстро. 22 косаря. Но здесь вряд ли что-то мне упадет, потому что самый дешевый там 30 тысяч. Давай мы не будем просто терять свое время и свои деньги. Просто попробуем как-нибудь, может быть, на этих кейсах получится у нас подняться. Сейчас вот еще 3 раза открою. Если выдаст нож, то сходу мы идем открывать кейс за 30 тысяч рублей. Если ни один нож не выдает, то, соответственно, я иду на какие-нибудь другие кейсы. Так, еще разочек. 700. И в целом нам хватает ровно, чтобы у нас лежала 20-ка на балансе. Это здорово. Кстати, никого не призываю подписываться, конечно же, на мой канал. Я вас единственное, о чем хочу попросить, это перейти на мой аккаунт и ознакомиться с моим контентом, который я снимаю. То есть, если вы впервые видите меня, обязательно перейдите на мой канал. Если вам понравится мой контент, то обязательно подписывайтесь. А так призывать никого я на самом деле не буду. Так, 1758 рублей, открываем кейсик. На балансе 18к. Почему-то начинает он нас сливать. Давай до шелкового тигра. Было бы прям хорошо, сколько он стоит сейчас у нас на рынке, шелковый тигр. 20 кусков. Ну, было бы неплохо. Давай еще раз фастиком один раз откроем. Я понял, кейс — кусок говна просто полного. Открываешь за 2 косаря, дает по 200 рублей чисто ПКД. Сайола, поехали. 4200. Я знаю, что здесь может выпасть за 1000 рублей, но есть шанс всегда выпадения. Что-нибудь 1000 за 13. Ну, давай хотя бы вот до этой. Я понял тебя. Давай еще раз попробую фастиком. По 4 рубля открываю кейс. Я понял тебя. Все, все. Вопросов, братишка, нету. 24 куска поставил и обратно их сожрал. Вопросов к тебе вообще никаких на самом деле нету. Но давай что, пробовать? Давай пробовать алым кейсов. В принципе, сейчас 8 рублей он съел, и есть вероятность, что просто сейчас алым кейсов нам камбэкнет обратно тот баланс, который он нам выдал в начале ролика. В целом, если сейчас он поставит нам 1020, я думаю, можно будет пойти попробовать что-то в апгрейдах поделать. Но это нет, это плюс 4 рубля. Надо, чтобы как минимум 3-4 выпало таких скинов, и тогда будет что-то хорошее. 12 208 рублей на балике, я понял, я все это дело сейчас продаю, и пойдемте, знаешь, что сделаем. Просто риск камбэк или риск... Опасненько. На весь баланс мы открываем, пожалуйста, татуировку дракона, гипнотический. Ну, блин, ну не только кус... Сволочь ты, зачем трешку ты мне насыпал, да? Давай фастиком, я понял, крылья, да, самые дешевые за 1400. Смотрите, мы вернулись вновь с вами 1300 рублей. Сейчас просто будем рандомные кейсы тыкать, открывать по 5-10 раз. Надеюсь, что нас просто сейчас окупят, и мы с вами уйдем в небольшой плюс, ну и вернем, грубо говоря, свой баланс. Так, я немножко неудачный кейс выбрал. 3700. Слушай, вот эти вот операции, они в целом прикольные кейсы, потому что здесь есть реально дорогие скины. Во, наследие, нормально, медная галактика. Упадет 1600, а нет, нихера, это вообще шляпа какая-то. Виктория тоже шляпа, 2500, но в принципе 0. Давай еще разочек его откроем, и тоже шляпа на 1600. Понял тебя, 2600 на балансе, погнали опять тот кейс, который нас с вами камбэкнул. Насыпь мне, пожалуйста, сюда ножик, спасибо. Ну, вот чисто камбэк. Сейчас чувствую себя хорошо, потому что есть какой-то баланс. Когда баланс падает, у меня уже мысли все, типа смысл дальше снимать, можно просто все это дело слить сейчас и потом просто удалить ролик.
9 рублей на Балике. Ну, блин, я верю в то, что что-то получится. Водительские перчатки плюс 4 рубля. 13 рублей уже он обратно поставил. Я верю в то, что что-то да получится. Почему бы и нет? Ну, давай вот так вот поехали. 10 раз мы открываем его. В принципе, тут есть достойные скины. Это как будто бы тайный открываю кейс какой-то. Только за 500 рублей, а не за 1500. Ну, неплохо. Слушай, неплохо. По-моему, что-то даже около 7000 рублей. 8 косарей. Нормально. Питак отдали, восьмеру поставил. Давай-ка еще раз попробуем его открыть. А вот это уже неприятненький слив на 2500. Хотя в 3000 он дал нам окуп, 2500 нас слил. Ну и что-нибудь такое дорогое насыпешь мне? Смотри, на повышение идет. Сначала 2 с чем-то, потом почти трешка. Сейчас 4,5. Сейчас 4 рубля, походу, даст, да? Давай 4 рубля. Закинуть все в контракт. 11000 рублей, нормально. Пятнашку он поставил. Слушай, вот так вот просто фастиком раз, через F5. Есть куготь. Все, все, ребята, come on everybody, put your hands up. Это я, почему у меня нет таких прям обширных эмоций, потому что он слил хорошо и вот просто два окупа подряд дал. Ребят, 56 тысяч на балансе, я предлагаю прям не томить, а два раза нет, два раза не хватает, просто поехали. Просто я выполнил ту цель, которую я ставил. На изи с 5000, ну, гамма-волны, шляпа на самом деле, это 37 тысяч. Я, наверное, бы продал бы, еще разочек открыл. И вот хочется сейчас еще раз продать, еще раз открыть, чтобы был балик, вот убийство хотя бы. Ну, дамасская сталь тоже шляпа. Один бы ножик 30 тысяч плюс хотел бы, давай. 9 тысяч на балике, сейчас вот этот кейсик открываем. В надежде на то, что... Вот давай до градиента, блин, до градиента. Этого вообще стоит 12 тысяч, по-моему. Или 17, 24. 24 продаем, еще раз открываем. Слушай, мы 3 раза открыли кейс за 30 косарей. 3 раза открыли кейс за 30 косарей. Бля, я думал, что тык-нож мраморный градиент. Ну, Наваха убийство стоит рублей 14, я понял. Я тебя понял. Ну, я сказал, что я при любом раскладе, при любом исходе буду выводить то, что я выбью с этого кейса, поэтому я буду сейчас выводить. Давай закинем все это дело в контракт. 674 рубля. Понятно, я тебя понял. Ладно, продаем. Так, 900 рублей. Просто вот так вот, ну, добьем балик на этот. Прикинь, сейчас удар молния просто под конец вот так вот возьмет да высыпет. Ну, кто его знает, всякое же может быть. То, что небольшой слив словили. Давай, крутись, 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 крутись. Так иногда хочется взять вот этот вот рерол, вот этот, просто крутить его вот так вот, чтобы он докатился до того, что ты хочешь. Я понял, ребята, ну, в целом, буду выводить эту наваху. Сейчас на экране вы видите 4 ролика, которые всплыли. Обязательно кликайте на один из них, продолжайте просмотр моего ролика. Это в целом моего контента. И не забывайте про промокод, который дает плюс 40%. К пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO. Называется он STR777 плюс 40%. В поле промокод возите промик, в поле суммы возите там хоть даже там 50 рублей вы ввели, все равно 40% на свой баланс вы получите. Промокод был на протяжении всего ролика в описании под этим видео, ребята. И ссылочка на сайт MyCSGO тоже в описании. Подписывайтесь на канал. Пока.